Все началось с молебна, который на этот раз провел священник Николай Шапарев. Затем он обратился к полицейским с напутственным словом. Хочется пожелать, конечно, чтобы Господь был рядом с вами и помогал вам в самых таких сложных обстоятельствах, в которых вам приходится находиться. Чтобы вы, смотря на все это, оставались людьми, служили правде, истине. А если вы верующие люди, то укреплялись при вере. Новые погоны в связи с присвоением очередных специальных званий вручили четырем сотрудникам управления МВД России по Ленинскому городскому округу. В вашем подразделении ГИБДД не так часто звания дают. Ну да, сложно это. Да и сама служба сложная такая достаточно. Вот. Но мы все на благо общества делаем. Среди тех, кто получил новые погоны, в Георгиевском храме потомственный страж порядка, дознаватель Владимир Мазитов. Ему присвоили звание старшего лейтенанта полиции. Это очень большая честь, на самом деле, для меня, так как у меня отец, бывший сотрудник, пенсионер. Вот. Я думаю, что он будет очень рад за меня, то, что я получил очередное звание старшего лейтенанта полиции. Вот. Соответственно, для меня это очень важный день сегодня в моей жизни. Традиция вручать стражам порядка новые погоны в главном храме Видновского благочиния появилась еще в 2011 году. С тех пор в торжественной обстановке очередные воинские звания получили несколько сотен полицейских. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.